В медицинском центре профпатологии свое здоровье ежегодно поправляют сотни жителей Ульяновской области. В 2016 году центру был присвоен особый статус, что позволило выделить из областного бюджета деньги на ремонт. За это время учреждение стало не узнать. Отремонтировали регистратуру и входную группу, холл второго этажа, кабинеты УЗИ и ЛФК, лаборатории, столовую. Установили лифт с учетом доступности маломобильных граждан. Закупили новое оборудование – маммограф, цифровой рентгенаппарат, аппарат УЗИ. Прибавление и в физиотерапевтическом отделении. Теперь пациенты могут отдохнуть в новые воды лечебницы, приходить на прессотерапию и многое другое. Александра Васильева лечится в центре уже 10 лет и помнит, каким он был до ремонта. Очень изменилось все в лучшую сторону. Такие аппараты, такое лечение – прекрасно, замечательно все. В целом на модернизацию объекта было направлено около 90 миллионов рублей. Центр готов принять еще больше пациентов и приглашает ульяновские предприятия к сотрудничеству. Тем более, что в регионе действует программа «Здоровое предприятие», направленная на улучшение состояния здоровья работающих граждан. Сегодня в проект вовлечено около 500 предприятий. Мы уже по итогу 8 месяцев видим из города Ульяновска 38 предприятий, а 21 предприятие – это из 10 районов. То есть в прошлом году мы получили, да, по программе «Здоровое предприятие» направляются уже сейчас к нам не только город Ульяновск, как это было раньше, до 2016 года. Практически у нас из районов никого не было. Ну, не брать только сельскохозяйственный завод. Традиционно он был вот привержен к нашему центру. По словам главврача, работодатели уже начали считать экономическую выгоду. Работники начали меньше уходить на больничный. В планах привлечь индивидуальных предпринимателей. Анна Тищенко, Даниил Сурков. Новости Улправда ТВ.